Специфика стажировок в скандинавские страны определяется особенностями ландшафта образования. Университет, прикладной университет, специальность, профиль подготовки. Это очень важно с точки зрения среды, с точки зрения технологии, посредством которой ведется само погружение в иммерсионный формат инокультурной среды. Должно быть аттрактивно, должно быть интересно, должно быть занимательно и, самое главное, интерактивно. То есть стажер должен быть включен, особенно на самых первых этапах вхождения в экологическую культуру, в понимание особенностей взаимодействия. И это очень важно для того, чтобы дальше был создан определенный фасилитаторский маршрут для работы по основным направлениям стажировки. Скандинавский институт академической мобильности из Кайва-Пуиста. Кайва-Пуиста – это место социального благополучия, это место спокойствия, суровой скандинавской среды и стабильного социального благосостояния. Стажировки Скандинавского института академической мобильности в Финляндии.